Блять. И на этом начнем новую главу. Так, хорошо там. Куда мы упали? В метро? Серьезно? С каких-то катакомб мы попали в метро, заебись. Смотри, чтоб в противогазе была. Если заразиться, ей хана, а дохла ей грош цена. Окей. И что с ней делать? Запретельно. И глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Это Лесницкий? Блять. А назад нельзя, блять, ладно. Да что ж вы творите? Просто людей убиваете. Коммунисты называются. Палачи! Надо спасти их по Шурику. Серьезно? Ёлки-палки, ты чего в упор уже попасть не можешь? Притомился? Да ладно тебе, сам подохнет. Какой сам подохнет? Сейчас Летёха придет, он тебя рядом с ними положит. Давай, кончай его. Внимание! Эй! Ты выжил? Я уже, похоже... Так что, слушай. Красные знали... Знали про заразу. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже... С огнеметами. Да-то они... Они больше некому. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи. Это они. Они. Ага. Блять, жалко, их спасти нельзя было. Да нет, верни мне мою ЛЦУшечку. Ага, здесь мы тоже могли это найти. Дизер. Ебать, сколько крыт здесь. А можешь и раньше могли найти этот ночной визор? Точно, он сейчас пойдет за ними и увидит, что их вырубили. Угу. Значит, ему надо отойти подальше. Вроде в оригинале можно было спасти тех людей. Или он передумает идти. Эй, расстрельная команда, где вы там? Хорош курить уже. А, нет, пойдет. Чего
погрузку, а то лейтенант шкуру со всех снимет. Эх, скорее бы смена. Надоело страх. И все, что ли? Я думал, он там прям пойдет. Прям что-то пограндиознее будет. Кто увидел? Ну давай. Давай. Хорошо, этого надо было без света убивать. Или вообще не вырубать. Потап надо нож поставить. Ничего не скажет? Все же видно, все же. Вас слышал. Так и простыть недолго. Хорошо, ножи — это прям отличная вещь. Так, он несет коробку. Пусть несет, пусть тащит. Так. И что, он пойдет осматривать, типа? Ох, я угораздила же. Добро пожаловать, ебать, идет сюда.
полезного. Противогазы. 17 штук. Так, понятно, через верх нам лучше не идти. И он будет долго очень смотреть, я так понимаю. Опа, на растяжка. Раз, где одна растяжка, там должна быть и вторая. А иначе быть не может. Чтобы была одна растяжка. Так. Колец нет. Жаль. Угу. Что за хрень? Все же видно, послышалось. И куда он пойдет? И что, недолго будет это место пасти? Так, он мог труп найти, поэтому... Ой, наоборот надо. Ну да. Блять, я не понимаю, кто теперь быть. Зажигательная пошла. Внимание, зажигательная.
отомсти... Блять, ладно, я понял. А, ебать, я проебал прям перед собой ямочку. Что тут? Тревога! Враг на территории! Он меня под полом заметил. Не понял прикола вообще сейчас. Что тут? Капитан Ржавин зацепило. Ага. При попытке штурма кольцевой преследовал зараженных. Противник рядом! Ну все. Да, блять. Кстати, вот этот к дротике, да чего я не понимаю? Блять, они же должны подействовать как снотворное или что-то в этом роде. Опа, на фильтр, фильтр, фильтр. А где? Он здесь типа шел. А вообще не так все и плохо. Стоишь себе. Что? Кто тихо, спокойно. Блин, начальство легко. Еще бы закурить, и не жизнь, малина. Все же видно послушалось. Как же надоело торчать тут. Что за хрень вроде. С недосыпа и не такое чудес. Мать твою! Да блять. Ой, ебучий стелс. Понятно. Зажигательная.
Здесь выключаем свет. Чел сверху что у нас делает? Возможно, нам самым лучшим вариантом будет, куда он идет. Ага, он зажигалки раскидывает, понятно. Не понял. Что это было? У этой вообще... Отлично поработали. Теперь задача. Обработать второй сектор станции. Выполняйте. Блять. Внимание, зажигательное. Понял. Они раскидывают зажигательное. Он что, сюда пойдет? Ищем его. Может, все же вроде я не могу, что мне кто-то тут есть. Ну вот, точно. Кто-то тут шевелился. Все же видно. Эй, кто там? И все-таки стой, крайне охота. Но проверь сам. Вроде хожу на корточках, все равно слышат. Ну не могло же мне так почуяться. И все-таки стоит проверить. То есть он сейчас отвернется и можно мне прошмыгнуть. Где там? Что? Кто это? Вот он! А что это делает? Ну давай. Ой, блядь, опять. Как вот можно вот этих вот убрать? Так. Да что ж такое? Как гвоздь в подошве.
что тут у нас есть сбухнуть? Хорошо, мы этих вырубили, допустим. Их теперь, по идее, никто не должен спалить. Это сейчас должен кинуть зажигательную или что? Видел? Все же вроде что-то тут и... Зажигательная пошла! Все же видно, послышалось. Внимание! Зажигательная! Кидаю зажигательную! Ко мне вообще куда? Значит, проделаем все как в прошлый раз, чтобы эти не палили. Так, идем к этим алкашам. Которые ищут чем побухать. Все же безопасность. Хотя все же, не все же. Блять, он так громко падает. Так, что тут у нас есть сбухнуть? Так, замечтательно. Минус этот. Весь отряд. Я так понимаю, мы как-то под полом должны были проползти. Что тут? Капитан Ржавин. Зацепило. При попытке штурма кольцевой. Ага, кто тебя тут цепил? Зараженных. Открытая рана. Брюши. Да. Прогноз, капитан, неблагоприятный. Думаю, вы понимаете, что придется сделать. Что? Усыпите? Я вам что, псина подзаборная? Я боевой офицер. Пулю хотя бы. Они типа так в это прям реально верят? Ебать, за это еще вспышку дали, охуеть. Меня тут типа грибы палят или что?
задача. Обработать второй сектор станции. Выполняйте. Есть. Сквозняк все. Так и протеинов. Этот у нас трупы пинает. У этой вообще пусто. Ковыряешься тут, а толку? Хорошо, вот типа идеальный стелс по этой карте. Прям идеально. Так, они расходятся. Кидаю зажигательную. Увидел. Кто мог меня запалить? Не, ну я уверен, факел и ножом я точно не смогу потушить. Хотя, кто его знает? Оп, заметка. Блять, ночь. Не найдена тоже заметка, ебаный в рот. Группа, которая уничтожила ванпост Ордена и похитила Аню, захватывает Октябрьскую, нейтральную и мирную станцию. А ведь это объявление к войне и Ордену, и могущественной Ганзе, к территории, которой примыкает Октябрьская. В то же время отряд Лесницкого, пусть и довольно многочисленного, явно недостаточно для войны против всей армии Ганзы. Не понимаю, на что он рассчитывает. Корбут. На что рассчитывает Корбут? Что творится у него в голове? Да тут такое дело. Здесь-то мы все пожжем. Но те-то ушли. Да куда они денутся? Вот на Ганзу и денутся. Мы тут никак не пробьемся. А оно тебе надо? Начальство пусть думает, что да как. Наше дело маленькое. Это точно. Угу. Вот он первый. Вон второй стоит. Так, хорошо, туда не варик, их там двое. Хоть бы что ли, хоть раз поймать шпиона какого. А то стоишь так, как дурак. А другие волшебники. А! Ты давай, враг на территории! Ну что, пошли, пошли искать? Прикрываем друг друга. Угу, хорошо. Да блять. Может, тех двух и не надо вырубать? Что тут? Капитан Ржавин зацепило. При попытке штурма кольцевой преследовал зараженных. Открытая рана. Брюшина. Да. Прогноз, капитан, неблагоприятный. Думаю, вы понимаете, что придется сделать. Что? Усыпите? Я вам что, псина подзаборная? Я боевой офицер. Пулю хотя бы. Ладно, капитан. Так, окей, окей. Он уходит.
Станции. Выполняйте. Есть. Так, это что делает? У этой вообще пусто. Хорошо, проскакиваем. Блять, она так медленно летит у них. Прям в слоумо. Кто здесь? Кто здесь? Вот как они заподозрили, я не понимаю просто. Я так понимаю, надо все-таки этих двоих вырубить по-любому. Вот вроде и не на передовой. А что она, кажется, что вот... Кто здесь? Опа-на, а вот это мы пропустили, и этот контейнер закрытый, ладно. Вот это обидно, конечно. Все же видно. Послышалось. Хорошо. Сейчас вырубаем этих двоих. А у него свет нельзя вырубить? С этой войной, черт подери. И он, блядь, не слышит этого стука. Ладно, нормально, и так сойдет. Этого мы не убиваем. Что тут? Капитан Ржавин. Зацепило. При попытке штурма кольцевой. Преследовал зараженных. Открытая рана. Брюшина. Да. Прогноз, капитан, неблагоприятный. Думаю, вы понимаете, что придется сделать. Что? Усыпите? Я вам что, псина подзаборная? Я боевой офицер. Пулю хотя бы. Ладно, капитан. Ебать, не все в таких костюмчиках? Вот эти сейчас должны разойтись. Хорошо. Скорее бы смена. Обед. Да. Кидаю зажигательную. Внимание! Зажигательная! Нет, ну вот что зажигать? Стою тут как дурак. А мог бы сейчас? Так, давайте поменяем фильтр. Так, он еще не ушел. Вроде.
Еще не ушел. Давай быстрее уходи, а. Ну, может, ты уйдешь уже? Нет, не хочешь? Да блять, может он уйдет уже? Нет. Ну хоть бы случилось бы уже чего. Ну невозможно же. Холодновато что ли? Сквозняк что ли? Блять, какой сквозняк? Он серьезно, он не хочет уходить? Он что, издевается? Или он на приколе? Хорошо, плюс два ножа. Мне интересно, он сегодня уйдет? Или нет? Он не хочет уходить, алло. Там двое ходят, один из комнаты выходит. Еще давай. Сильнее. Холодновато что-то. Сквозняк что ли? Давай, давай. Может, теперь он ушел? Да нет, блять, он уйдет сюда или нет, я не понимаю. Что за хуйня? Как этот поломанный стелс работает, я не понимаю. В прошлый раз он решил уйти, в этот раз он стоит до последнего.
Пиздец. А мне с вами надоело уже торчать, ребята. А вообще не так все и плохо. Стоишь себе. Тихо. Аккуратно. Может, мне вас всех вырубить? Начальство далеко. Еще бы закурить. Не жизнь, малина. Давайте теперь сейчас вырубим. Этот уйдет, его вырубим. Потом еще двоих вырубим. Встал, он смотрит. Потом там можно будет еще двоих вырубить. Вот чёрт. Всего пара патронов, а крови как... Зажигательная пошла! Понятно, блять, этот прям уперся в одну точку. Тут, значит, надо до последнего будет в ту точку смотреть. Этот у нас вот здесь упадет. Где этот у нас поджигатель? Я тоже вырубим, чтобы ты никого не нашел. Нет, ну это просто сдохнуть можно. Еще два часа стоять. Ну вот и стой. Да тут такое дело. Здесь-то мы все пожжем. Но те-то ушли. Да куда они денутся? Вот на Ганзу и денутся. Мы тут никак не пробьемся. А оно тебе надо? Начальство пусть думает, что да как. Наше дело маленькое. Это точно. Он серьезно до сих пор стоит, смотрит. Я, блядь, не понимаю. Либо он залагал и не хочет уходить. Так, а мы можем сварку ножом вырубить? Так, хорошо. Вот он сейчас посмотрит, допустим. Холодрыга.
Ну ладно. Блять, здесь двое. Или да. Один на труп. Скукота. Тревога! Тревога! Здесь... Сука! Пиздец. Ладно, сейчас дойдем тогда. Вырубаем этих двух, проходим, вырубаем там всех. Сварку, значит, мы с ножа можем вырубить. Эх, с этой войной. Черт подери. Так, что тут у нас есть сбухнуть? Больше ничего. Все, окей. Эти все лежат. Ползем по низу, ждем, пока убивают этого капитана или кто он там. Офицер. Зацепило. При попытке штурма кольцевой преследовал зараженных. Открытая рана. Брюшина. Да. Прогноз, капитан, неблагоприятный. Думаю, вы понимаете, что придется сделать. Что? Усыпите? Я вам что, псина подзаборная? Я боевой офицер. Пулю хотя бы. Ладно, капитан. Ловим вспышку, хорошо. Он теперь его вообще боком кинул. Заебись, конечно. Ебать, это было
Не выходит, товарищ майор! Мало кашия! Еще давай! Понял. Это мы включили-выключили свет. Вот черт! Всего пара патронов, а крови, как из свиньи. Зажигательная пошла! Так, что там? А пожаре немедленно положить по внутренней... Блять, сообщить о внутренней связи. Так, куда ты пойдешь дальше? Хорошо, я тебя понял. Ага, он и открывает. Ладно, понял. Вот так всю жизнь не проставишь. И не заметишь, как кончилось. Блять, сквозь стальной шлем убить. Вырубить. Это было. Да, как же надоело торчать тут. Да я тоже уже запарился, если честно, с вами водиться. А, здесь был еще один вход. Нет, я в нем уже был, да.
вражина! Народ, есть! Вот он! Ебучий случай. Что тут? Капитан Ржавин зацепило. При попытке штурма кольцевой преследовал зараженных. Открытая рана. Брюшина. Да. Прогноз, капитан, неблагоприятный. Думаю, вы понимаете, что придется сделать. Что? Усыпите? Я вам что, псина подзаборная? Я боевой офицер. Пулю хотя бы. Ладно, капитан. Кидаю зажигательную! Что за... Хрень? Точно, кто-то тут шевелился. Не понял. Все же вроде кто-то тут есть. Не понял. Что это было? Но не могло же мне так почудиться. Что? Кто здесь? Что? Блин, ты почудился. На крыс вроде есть кто. Не похоже было. Вроде же кто-то тут где-то... Ну вот точно, кто-то тут шевелился. Сквозь, все же. С недосыпа и не такое чудеса. Все же вроде кто-то тут есть. Что это? На крыс вроде не похоже. Вроде же кто-то тут. Что? Где-то. Не понял. Не могло же так почувствоваться. Там вроде кто-то есть. Неохота. Но проверить все надо. Опять война. Тревога!
Так, хорошо. Наконец-то. В течение часа. Ну что, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Сделаешь? А что за девку повели? Так точно. Да это Лесницкого в обед. Ну типа заложника для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Ага. Знают они, да-да. Сейчас покажем на их примере. Так, раз, два. А еще ножик есть? Ножик есть. Что за... Хрень. Так, вот так сделаем. Все же видно, все же вас слышно. Так и простыть недолго. С недосыпой не такое чудится. Да что оно так тянет-то по ногам? Как не станешь, все спасибо. Не форма. Живай. Опять как решето. Ебать. Да блять, навидишься на нее. Тут мост горит, тут я не пройду. Хорошо. Ужас какой. Да вырубишь ты его, нормально. Стал, побежал человек, охуеть. Еще живой был. У кого пулемет был, подожди. Прыгнем. Точно. Он уходит наверх. Я так полагаю, нам туда надо. А тут генерал пастет сверху. Или офицер, кто он там? Что? Кто там? Как-то так. Жалко книги. Целая библиотека. Да. Очень жалко, конечно. Жжете. Ух ты, у него вейпер был. Типа дробовик, серьезно. Довольно-таки неплохо.
Ну здесь типа должно быть что-то чекпоинта типа. Так, ладно, здесь патроны для дробовика. Да, наконец-то. Аллилуйя. Тревога! Не дергайся, а то ты меня знаешь? А, ты же этот. Они, значит, пришел. Герой. Ладно, герой. Предлагаю сделку. Зачем? Зачем ты это сделал? Подожди, а что? Его надо было дослушать. Да, прокололись мы тут. Ну кто ж знал, что у них там пулемет? Ну а что делать-то теперь? А что, да не, недалеко, нормально, сейчас пройдем по-быстрому. А скоро у них дела найдутся посерьезнее. А тут мы как? Прыгнем? Точно! Тот сейчас уйдет, окей. Он уходит в горящую дверь. Это вам максимально... Да! Блять, я не понимаю эту игру. Какой здесь, блядь, кривой стелс? Кривые добивания. Так, хорошо, вот он уходит. Так, а еще и как задом уходит. Ебать, опасный. Может, и вправду дробовик. Ладно, идем дальше. Как мне кажется, вот здесь должна быть контрольная точка на самом деле. Все, супер, на этом закончится выпуск, а продолжим в следующей части.